Привет, ребят! Если вас интересует игровая валюта, уровень или редкие тачки в GTA 5 онлайн, тогда предлагаю вам заказать прокачку в моей группе. Мы уже успели зарекомендовать себя и собрать огромную базу довольных и благодарных клиентов. Отзывы говорят сами за себя. Качаем быстро, отвечаем на вопросы и, главное, дарим денежный бонус к любому заказанному пакету. Работаем круглосуточно и со всеми платформами, даже с PlayStation 4. Убедись сам, ссылка в описании. Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Юра Чедони, и, ребятушки, сегодня у нас битва воров в GTA 5 онлайн. Ку-ку, Сандер, друзья! Итак, ребята, это банк, это у нас что? Политобей? Здесь мы будем искать тачки возле гипермаркета, да. В общем-то, в стране кризис! Кто едет за покупками, обычно толпой, поэтому поехали смотреть. Поехали, да. Мы толпой тырим тачки, я понял. Да, в США-то там охренеть, что творится. Так, ну, я не знаю, как ты, а я нашел черную смерть. Смерть? А, то есть я... Я тоже черную нашел. А, ну это меня опять обманули. Я на самом деле пока ехал, кое-что заметил. Что ты там заметил? Прям здесь в подворотне, короче. Чё там? Чё-то очень быстро. Ну, ты, я понял, всё как обычно. Да господи, опять твоя машина, опять в машину твою сел вместо байка. Господи, 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 жопа не гори. Жопа не гори. Ёп! Скрабжит? Да, сильно. А чё ты нашёл-то в итоге? А, ты этот? А, я понял. Кусок рампы. О, да ладно, лет 200 тебя не видел, бро. Кого? Забираю, конечно. Кого? Мерсик, акулку. Лет 200, кажется, да, слишком много ты взял. Вообще, господи, я забыл, что существуют такие офигенные тачки. Так, ладно. А, все. Ян! Ян. Чуть не врезался. Так. О, вообще, круго. О. А, нормально пацаны здесь затарились, короче, машинкой. Да? Ну. Какой? Бэтмобилем. А. Ёб твою мать, это что было? А как это? Что было? Я, короче, прыгнул на байк, и в итоге, короче, меня как-то расплющило, не знаю, по текстуре, меня аж выбросило херово от байка. Нормально. Метров на 20 просто улетел. Че это было, я вообще не понял максимально. Тут аперто стоит. Аперто это дорого. Аперто это быстро. Аперто да это хорошо. Да, ты сел, ну ёпарас, это хрусь байки бросал, а? Ха-ха. Так, а ты там забираешь то, что я хотел следующее угнать, походу, да? Ну, походу, да. Скорее да, чем нет. Собака ты, а не кот. Да я даже не спорил никогда. Да, не про тебя, тут котейка шизанутый бежал через всю дорогу. Так. Чё ещё есть? Роверы. Слушай, я не знаю, что это за хреновина. А, это Феррари 80, но это вроде дорого, но это овощи, насколько помню. А я, пожалуй, возьму вот это на прыжок. На прыжулю? Прыжулька, проезжай. Так, ладно. На байке, ладно. Отлично. Так, ребят, время еще есть, остается где-то секунд 30. Красиво, это было бачка. Жестенько, да. Так, ну, ладно. Не могу я проехать мимо. Мимо чего? Мимо Гелендвагена? Да. Надо забирать. Слушай, время еще есть буквально на один заезд, поэтому стоит поторопиться. Я Ферыч. Я Ферыч забрал. Ферыч? Да. А, я понял, про что ты говоришь. А, там еще есть, да, время? Чтобы забрать. Ну еще плюс-минус на одну. Ёб твою мать, машинку! Ну все, поехали. А, ты раз... Сорян, бро. Да. И я такой, просто парковка такая. Конечно. Просто взял меня, короче, не знаю, по асфальту раскатал. Ну, слушай, на самом деле хорошо, что ты взял i8, потому что я хотел взять вот этот Чироки. Да, ну... Я прям на него и смотрел. i8 я вообще не хотел. Короче, ребят, время закончилось. Сейчас нужно расставить тачки, посмотреть, кто чего угнал. Красиво. Зашел, только врезался. Да. Потерял все очки. Да-да. Ладно, давай разберем кучу эту. Давай. Короче, ребят, мы сегодня угнали по 8 машин, автопарк очень хороший, здесь есть и внедорожник, который у нас, в принципе, очень хорошо спускается, и скрамжит, и бэтмобиль, и, в общем-то, рампа, которая стоит дороже, чем все, что здесь есть, та куча читачек. Ну, короче, у нас сегодня реально очень хорошая подборка, поэтому испытания будут жаркими. Балл за стоимость мой, потому что рампа все-таки 40 лямов стоит, у тебя тут даже если наберется, то ну, лямов может 20 где-то, да? Ну, да-да-да. Где-то так, ну, все равно меньше будет. Ладно, ребятки, погнали на первое испытание, и давайте начнем. С дракрейсинга. Go. Итак, друзья, дракрейсинг. Аперто против Центенарио. Феррари против Ламбы. В общем-то, пишите комментарии, как думаете, кто победит. А мы начинаем. Раз, два, три. Not bad. No.
Многообещающее было начало, да. По максималке. Ну, слушай, я с натяжкой, на самом деле, разгоняю 720, но, 620. Блин, старт был очень хороший у Ламбы, ребята. Петля прям немножко даже струханула, если честно. Ладно, а второй балл, погнали дальше. Давай. Итак, ребята, у нас здесь дерби. Дерби рампы против Бэтмобиля. На самом деле, это такая себе тема. Ёпт! Ты упал, да? А я жив. Я хоть тоже падал. Ты остался, самое интересное. А я просто что-то не рассчитал. Сквозь тебя проехал так и улетел. Ладно, ребятки, сам зафуфляндил. И попробуем еще разок. Нет! Без меня улетел. Блин, обидно. Это самая манера, когда нервы дернулись немножко. Да-да-да. Поехали, третий раунд. Решающий, ребят. Давай. А чё, как ты остаёшься? На рампу не действует. Серьёзно? Да. На рампу действует только если в задницу, либо в бочину, на перед не действует. Это мы тоже проверяли, короче, делали такой эксперимент, поэтому на самом деле это прям беспроигрышный вариант. Офигеть, ты улетел красиво. Подожди, ну-ка столько, дай-ка прям встанем прям ко мне, спрошу. Ну прям впритык, да, работает, прям впритык. Вот встань. Ну-ка. Прям впритык самый. Да, видишь? Да. Самый впритык. Короче, ребят, изи балл за мной, идем дальше. Рампа победила, Бэтмобиль. Итак, друзья, прыжок веры. Скрамжит против Дракновы. Ну, мне повезло, что я не врезался, как минимум. Смотрим. Летишь неплохо, смотрю. Так. Вот это уже мне не нравится. Да ладно. А, в смысле ракета? Напоследок. Ну я бы и так тебя объем. Я ее даже не видел, ты просто мимо проезжал, херак, ракета ниоткуда не возьмись, полетела, короче. Вообще максимально было непонятно. Да, ребята, Дракнова, короче, сдалась здесь. В общем-то, скрамжу тут свою позицию, но тем не менее, погнали дальше. Давай. Итак, друзья, съезд горы Чилиат, в общем-то, управляемый. Кто не знает, газовать и тормозить не имеем права. Когда приземляемся, крутить рулем можем. Ну да. Поэтому... Ёппарасте, вывалился. Ты выпрыгнул из машины? Ну. Не-не, в смысле, не из машины, а вывалился, короче, с трудом с того. А. С рампы, да. Да я уж обрадовался. У меня, если честно, от Чироки ничего не осталось уже. Да? Вообще жесть. Бампера, капоты, короче, все, двери даже некоторые поотлетали. Но, что мне нравится в данной машине, она управляемая. Ну да. Господи, я на камни залетел. Поехали, родной. Так, ну у меня пока спокойненько. Знаешь, медленно, но верно еду на Сильверадо. Конечно, скажешь, что я на нем еду, потому что он едет, а просто колышматится. Камушек. Как я остановился, вообще не понял. О, хорошо. Давай, да. Собака. Да за что я делаю? Ну посмотри, я даже там угла даже нету, ты понимаешь? Я тупо встал, посмотри. Да я вижу, что ты сразу остановился. Просто, ну, камушек даже рядом упал, оно не поехало. Ну что с тебе надо сделать, чтобы ты поехал, собака? Просто за невидимую текстурку зацепился. Такое тоже бывает. Балл для Дони, мы идем дальше. Итак, друзья, следующая дисциплина — прыжок в длину. Ровер против Гелендоса. Кстати, вроде они летают плюс-минус одинаково. Ну, maybe, да. Так. Ладно. Сейчас посмотрим. Они, кстати, прокачаны? Нет, я не помню. Нет. Плохо. Прокачаны. Я выпрыгнул идеально, между прочим, ничего не зацепил. Правда, не наехал на угол, как хотел, чтобы полететь немножко дальше. Поэтому это будет плюс-минус где-то вайн вот. Так. Не, у меня строечка. Не строечка, а ну я вижу, что-то прям очень плохо. Да, прям. Не полетел. Приземлился на крышу дома, короче. Там была сосна одна единственная. Я в нее врезался, что я остался на крыше, понимаешь? А так бы отрикошетил, бы дальше улетел. В общем-то, гелик может, гелик прыгает, но... Сколько у нас по баллам получается? Посчитай, я не помню. Короче, ребят, пишите в комментариях, я тоже что-то забыл, поэтому у нас в любом случае еще одно испытание, а потом подведем итоги. Давай. Итак, друзья, у нас финальное испытание — смертельные шашки. Сиан Ламба против Мерсика. Раз, два, три. Так. Ёп, ты серьезно?
Что было? Чтоб ты понимал, я, короче, объезжал прям все и всех справа максимально по большой дуге, и ты мне боту прям под колеса выбросил. А, да? Реально? Ёпту. Ты охренеть, ты едешь, что меня всех сбиваешь просто. Ну, так оно есть. Ненормальный. Не то чтобы у тебя, так оно и есть просто. Это было рядом. У вас прям дуэт, там мужик такой. Да господи, я прилипал, отстань от меня. Прилипал он, блин. Так, окей. Не, на самом деле Сианчик и Мерсик вполне достойные друг другом тачки, поэтому. Ну да. Тут как повезет больше. Хотя у Мерсика приколюшка его, то, что он стабилизируется сразу, да, на колеса, это прям добротно, тут только не занять яйцами, главное. А! Ну да, я. Да, а, ну да, сейчас бот был тяжелее, чем я на скорости 1000. Да. Понятно. Он как ехал, он так и ехал дальше. Понял, да, что ты понял. А, ты улетел с трассы? Да. Повезло, что на другую сторону дороги, и вот я из-за угла выезжаю теперь. Да ты вот еще бы меня подсекал! Не-не-не-не-не, молодой! Да-д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 а! А я все это не шервал. Ну да, да, ты чуть быстрее оказался. Вот если бы я от бота вверх не улетел, было бы получше, думаю. Короче, ребят, мы мало посчитали. У нас общий итог 4-3 получается. Вот такая вот необычная сегодня серия получилась. Хорошие состязания. Если вам понравилось, то влепите лайк, подписочку оформляйте на канал. И всем спасибо, ребятки. Увидимся в следующем ролике. Всем пока.